Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Продвинутые модницы сегодня не боятся стричься. А все потому, что длину волос можно не только быстро отрезать, но и также быстро восстановить. Одну из современных технологий наращивания сегодня представляют наши эксперты. Потребность женщины постоянно меняться поддерживается индустрией красоты, для которых на сегодняшний день, пожалуй, нет ничего невозможного. Так, например, изменить прическу можно не только с длинной на короткую, но и наоборот. Методики наращивания волос существуют уже давно и постоянно совершенствуются. Создатели этой технологии предложили инновационное решение для тех, кто мечтает о длине и объеме. Ну, во-первых, это наращивание то, которое дает возможность это быстро реализовать, быстро изменить образ в течение буквально часа-полутора часов, изменить полностью человека, добавить какие-то пряди, добавить какие-то цвета, добавить объем, добавить длину, то есть полностью менять человека. А, во-вторых, это безопасность. Да, то есть первое – это скорость, второе – безопасно. Безопасно в том отношении, что ни в коем случае никак не вредит своим волосам, ни в коем случае никак не приносит никакого дискомфорта самому человеку. Да. Холодное ультразвуковое наращивание Great Lakes отличается от известных индустрии способов тем, что прикрепление прядей происходит без теплового воздействия. Это аппарат, который дает возможности наращивать волосы холодным ультразвуковым вакуумным способом. То есть под воздействием ультразвука без термообработки и при помощи вакуума, что дает возможность нам нарастить одновременно по 5 прядей. Еще одна особенность Great Lake – богатая палитра оттенков, благодаря которой сразу же можно получить желаемый цвет. К тому же производители предусмотрели возможность создавать любые формы стрижек за счет структуры и дополнительной длины прядей. Эта методика также позволяет создать объем, необходимый для стильной стрижки. Это работа с височными зонами, когда у клиента не хватает на висках объема, не хватает на висках длины. Да, много девушек приходит, которые смотрят на ту же Викторию Бекхэм, на ту же Риану, говорят, мне вот такую бы асимметрию, мне вот такую густую бы челку, мне бы вот каре с удлинением к лицу, мне бы вот такую густоту. Пожалуйста, полчаса работы, и эти височные зоны у нас сделаны, мы реализовали мечту. А придет другая девушка, говорит, я хочу розовую прядь там вот сделать, да, там, или зеленую какую-нибудь, неважно, да, вместо того, чтобы ее перекрашивать, вытравлять эти волосы, губить волосы, которые потом нужно будет закрашивать, отрезать, мы также берем волосы, также наращиваем, будет надоело, сняли. Каждое десятилетие меняются идеалы красоты, но неизменным достоинством девушки считаются густые длинные волосы. Сегодня есть возможность не ждать слишком долго, а идти или даже бежать в ногу со временем. Голливудские актрисы и звезды мировой сцены не просто не скрывают того, что являются клиентками этой марки, а даже представляют ее в рекламе. В Челябинске технология Great Lakes владеют всего 3 специалиста, и все они работают в имидж-студии Елены Ивановой. Кстати, и аппарат для быстрого наращивания мультисоник, единственный в регионе, находится здесь же. Самоэпатажный стилист современности Сергей Зверев не первый раз приезжает на Южный Урал. В своем недавнем интервью программе Beauty Time он говорил о работе над собой, добрых поступках и способах добиться поставленной цели. Дело в том, что я много работаю на конкурсах красоты. И вот один из первых конкурсов в России, который был еще в советское время, это что-то там типа «Подмосковная красавица». У нас такой конкурс провели. Это был очень скандальный, один из первых таких больших конкурсов. Это, кстати, в советское время, когда еще конкурсов толком не было.
Ну и с тех пор я очень много конкурсов разных и судил, и принимал участие в подготовке моделей. Поэтому уже как-то по накатанному приглашают разные города и страны, и как члена жюри, и как почетным гостем. Жизнь показывает, что вперед идут не те, которые победили, а те, которые там были вообще в хвосте, и они больше всего в жизни достигли и добились. Вот парадокс. Казалось бы, одели корону, да, там красота неземная, да, уже ты, тебе дали там все, ты победил, да, или победила. Так наоборот, надо рвать и метать. Нет, вот, а выходит потом топ-моделями оказываются, потом вообще совершенно другие люди, даже, может быть, и те, которые не принимали участие в конкурсе. И никакого отношения к конкурсам не имели, и не знали, что так, оказывается, на конкурс надо идти пойти какой-то. Просто какой-нибудь букер там случайно увидел там эту девочку и показали ее, там делали фотосессию, она стала звездой. У нас каждая девочка – это принцесса, королева. Каждая считает, что она самая красивая. Вот если конкурсов будет больше, это же огромный стимул детей заниматься спортом. Чтобы дети не привыкали там, к нездоровому образу жизни, им надо какой-то стимул, чтобы быть в хорошей форме, какой уровень, обратить внимание и за кем последовать. Ну, весь мир, он ищет индивидуальность, весь мир, что в моде, что в музыке, все в поисках чего-то нового, интересного. Мы тоже в поисках новой красоты, чего-то нового. У всех есть шанс. Из любой деревни всегда есть шанс у любого человека. Все, конечно, зависит от самого человека. Какое у него желание, как он будет себя вести в дальнейшем, как он будет готовиться, работать. Я сам родился в очень маленьком поселке, очень маленьком поселке. Потом я воспитывался в городе, снова меня привезли в деревню, и большую часть детства я провел в деревне. Ну вот как я сам, например, из деревни, да, которая там на карте не было еще совсем недавно, и я стал звездой, и у меня нет ни мамы, ни папы олигарха. А вот сейчас, чтобы стать вот, ну, хотя бы приблизительно на каком-то более-менее уровне, это, конечно, либо нужен невероятный талант, либо огромные финансовые вложения, причем не факт, что еще что-то может получиться при этом. У нас, например, почему-то даже на стариков и внимания не обращают. Вот они идут себе, идут, и даже никто не уступит дорогу. Оказывается, это ветеран Великой Отечественной войны, или оказывается, это ветеран труда. Вот я был там в одном кафе на втором этаже и наблюдал сверху, идет там женщина такая еле-еле-еле, и люди чуть ли не сбивают ее, они даже не видят. Просто будьте внимательнее, помогайте детским домам, детским реабилитационным центрам, вот, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Афганистана, потому что это очень такие заслуженные люди. И, может быть, эти люди, они как-то живут, это, может быть, ваши соседи, просто вы даже об этом не знаете. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. Приглашаем детей с родителями познакомиться с душевной атмосферой и материально-технической базой школы «Пеликан» по трем адресам. Улица Свободы, 20, Худякова, 18, Цвиллинга, 47В. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109, 214-59-99. 26-27 августа. Место силы – озеро Тургаяк. Впервые в России фестиваль органичного образа жизни Organic Nation. 24 хедлайнера. Специальные гости из Индии, Мексики, Китая, Белоруссии и Москвы. Масштабный йога-опен-эйр. Мастер-классы по пилатесу, цигун и разным направлениям йоги. Для детей – анимация, игры и квесты. Для мужчин – соревнования, экстремальные активности и водные виды спорта. Также в программе интерактивный лекторий, эко-маркет и захватывающее вечернее шоу.
Проведи последний уикенд лета на свежем воздухе в экологически чистом месте всей семьей. Билеты на organicnation.ru. Вы смотрите Beauty Time, программу о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что на нашу кожу и без того постоянно что-нибудь действует негативно, дополнительному стрессу она подвергается из-за разных погодных условий. В холодный период времени кожа лица приспосабливается к резкому перепаду температур, сухому воздуху в помещениях и сильному ветру. В летний же период яркое солнце наносит вред ультрафиолетом. Очень много женщин приходит с жалобами на сухость, на чувство стянутости, на жжение кожи. Чувствуют, что появляется раздражение, появляется мелкая сеть сосудов. То есть приходят женщины, чтобы косметолог помог подобрать правильный уход и решить данные проблемы. В весеннее время кожа женщины активно нуждается в увлажнении. Я замечаю, что многие женщины, которые имеют расширенные поры, жирность кожи, отказываются от увлажняющих кремов, что является абсолютно неправильным, потому что даже пористая кожа, ей необходимо дополнительное увлажнение. В арсенале косметологов есть немало инструментов, помогающих восстановить кожу после стресса, вызванного погодными условиями. Универсальными считаются классические уходы с чисткой, массажем и различными масками, а для тех, кто постарше и посмелее, специалисты предлагают инъекции или аппаратные методики. Широко пользуется спросом мезотерапия, биоревитализация. С помощью нее мы можем адресно доставить микроэлементы, гиалуроновую кислоту и стимулировать выработку своих структур, своих белковых структур, то есть коллагена, эластина. Можно работать с помощью уходовых процедур, делать правильные различные комплексы, использовать маски, сыворотки. Также хорошо косметологу помогает аппаратная косметология. Аппаратная методика позволяет глубоко доставить сыворотки, концентраты в глубокие слои кожи, проработать именно дерму. Чтобы выяснить, чего по-настоящему не хватает кожи, существует диагностика. Специальный аппарат, напоминающий по своей сути микроскоп, наглядно демонстрирует состояние, уровень увлажненности, ширину пор и наличие ороговевших чешуек. Также косметологи утверждают, что в весенний период нужно пересмотреть и ежедневный домашний уход. Неправильно подобранная процедура или неправильно выполняемый домашний уход может вогнать кожу в стресс. Тогда она полностью откажется работать и станет атоничной, серой, тусклой. Поры могут расширяться еще больше, салоотделение может повыситься, и пациент точно придет к косметологу, чтобы решать уже более серьезные проблемы. Именно поэтому так важно обратиться к косметологу, чтобы провести диагностику кожи и подобрать максимально верный, максимально эффективный комплекс процедур. Есть в этой жизни вещи неизбежные. Дождь, ветер, холод и зной, но, к счастью, с этим человечество сегодня в силах справиться, приостановив тем самым такой же естественный процесс увядания. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько актуальных идей из коллекций уходящего сезона. Лето. Даже если оно не радует жарой, все равно предполагает частые прогулки и многие другие поводы для пребывания на свежем воздухе. С модной точки зрения это означает торжество спортшика, стиля, который возник в 80-е и снова стал популярным несколько сезонов назад. В коллекциях 17 года этот шик более сдержанный. Нет того обилия пайеток и страз, но все же присутствуют детали, заимствованные из вечерней моды. Еще одна характерная особенность этого неформального стиля – наличие принта, не имеющего отношения ни к спорту, ни к гламуру. Сдержанная цветовая гамма придает новому спортшику элегантную расслабленность. Другими словами, в этом сезоне дизайнеры сделали все, чтобы в расслабленной обстановке мы чувствовали себя свободно, а выглядели эффектно.
В наши дни часто приходится слышать о том, что пребывание в сети заменяет людям живое общение. Впрочем, существует и другая тенденция. В последнее время популярным становится такой формат творческих встреч, как «квартирник». С подробностями Элина Ахметшина. Необычная благотворительная акция на минувшей неделе прошла при поддержке фонда «Мост». В формате «квартирника» творческие люди Челябинска выступили с разнообразными номерами. Ну а публика взамен поддержала подопечных фонда. Мы просили, чтобы было больше мажорных нот, нежели минорных, потому что в прошлый раз мы все-таки как-то ушли в минор, и было очень так все трогательно, хотелось плакать. А в этот раз мы стараемся как раз-таки сделать упор на позитив, на то, что все-таки делать добро – это не что-то печальное, а наоборот, это все-таки позитивное, и своими силами, своими действиями мы можем изменить мир к лучшему и помочь тому, кому это нужно. Я время от времени, конечно, стараюсь участвовать в благотворительных концертах. Я считаю, это задача любого хорошего артиста – помогать своим творчеством нуждающимся людям. На самом деле помогать и благотворительность – это есть в каждом, и это нужно обязательно делать. Развивать свое добро и открывать свое сердце. Вечеринки здесь вот эти проходят, фонд «Мост» организовывает, собираем людей. И здесь настолько душевная атмосфера, здесь такое ощущение, что ты пришел домой, вот к семье, к маме, к бабушке, к братьям. Здесь очень круто. Дружеский формат, благотворительный характер вечера никак не отражается на качестве номеров. Каждый артист по полной выкладывается на сцене. Даже те, чья профессия не предполагает выступление на сцене. Зачем мне люди без изъяна? Зачем луна? Зачем огни? Зачем? Душа внутри хромает, мечтает снова о любви. Да, в обычной жизни я врач, врач-косметолог. На данном квартирнике я не являюсь врачом, не ищу пациентов. Я именно хочу поддержать музыкой, да, исполнить 3 композиции на фортепиано, немножечко радости разбавить. И, да, я не профессионал, но как могу, так помогу. Композиции выбраны Beatles, Yesterday. Также выбрана более современная рима из кинофильма «Сумерки» и непосредственно дым из кинофильма «Роберта». «Small gets in your eye». Я в жизни выступал один раз. Это было очень смешно. Я теперь знаю, что когда выступаешь, надо желательно снять микрофон, не прилипать вот так к стойке. Да, что такое стендап? Маленький человек в большом городе, да? Теряется. Когда просто человек начинает рассказывать о своих проблемах, да, это всегда смешно. Это Чарли Чаплин еще придумал, да? Просто будьте собой, все люди сами по себе смешные. Кстати, у меня жена, ее зовут Галия Дамировна Набиуллина. И при этом она единственная во всей нашей семье православная христианка. Как это произошло? Она когда была беременна, и какая-то подружка сказала, что у ребенка должен быть, ну, ангел, обязательно хранитель, поэтому надо какой-то религии прибиваться. Иудаизм мы сразу отмели, да, потому что иудаистка Галия Дамировна Набиуллина даже для нашей семьи как перебор будет, да? Этот квартирник по-своему уникален. По заверениям организаторов, здесь отсутствуют посторонние затраты или скрытые расходы, а все вырученные средства пойдут на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подробности можно получить на сайте fondmost.org. Мы не можем продлить лето еще на 3 месяца. Но зато мы дарим в 3! В 3 раза больше бонусов! На карту при покупке билетов в кинотеатре «Киномакс». Мы делаем лето лучше. Подробности на сайте kinomax.ru. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Сони Кривой 30. 26-27 августа. Место силы. Озеро Тургаяк. Впервые в России. Фестиваль органичного образа жизни Organic Nation. 24 хедлайнера. Специальные гости из Индии, Мексики, Китая, Белоруссии и Москвы. Масштабный йога-опен-эйр. Мастер-классы по пилатесу, цигун и разным направлениям йоги. Для детей анимация, игры и квесты. Для мужчин соревнования, экстремальные активности и водные виды спорта. Также в программе интерактивный лекторий, эко-маркет и захватывающее вечернее шоу.
Проведи последний уикенд лета на свежем воздухе в экологически чистом месте всей семьей. Билеты на organicnation.ru. Все выпуски Beauty Time, новости и анонсы модных событий всегда можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.